Сегодня утром я проснулся, Эвана не было. Записки не было. Я звонил в офис и на его телефон. Странный разнорабочий. Внезапно Эван исчез, и этот человек появился. Они не строят. У меня заказ. Там написано о ремонте ванной. Подпись вашего мужа внизу, верно? Один из моих — я. Никогда. Покиньте мою комнату. Посреди работы? Не думаю. Что? Что я сделал? Это лицо. Куда собираешься? Не каберне, деревенщина. Домохозяйка. Ты ведешь себя странно. Мы знакомы, да? То, что я покажу, некрасиво, но нужно. Выпьем, сделал это раньше. Но это не так сложно. Многие мужчины предположительно это делают. Мы можем лучше, чем они.